Всем привет на канале Old Dutchman. Сегодня мы с вами продолжаем тему взрыва Северного потока 2 26 сентября 2022 года. После последнего видео, в котором я высказывал версии немецких следователей и реакцию Украины, появилось очень много комментаторов, которые снова начали говорить, что типа я хлебаю суп, который мне оплачивает ФСБ. Было бы неплохо, там суп вроде говорят с красной икрой, с красной рыбой. И, мол, типа все это фейк, и нет информации из официальных источников. Я под одним из комментариев в ответе дал статью, в которой сам господин Зеленский, президент Украины, на тот момент был проинформирован о том, что будет запланирована такая диверсия. Но с его стороны не последовало никаких указаний на то, чтобы это отменить. Значит, и он тоже был в этом повязан, значит, тоже имел какие-то свои интересы. Поэтому сегодня, чтобы у вас не было никаких догадок или возможностей сказать, что я несу чушь, я прочитаю вам статью из Нью-Йоркской Wall Street Journal, которая высказывается также по поводу этой диверсии. Я буду читать буква в букву, ничего своего не добавляя. Потом, в конце, когда статья закончится, я, может быть, и скажу пару слов от себя. А пока давайте слушать, что же пишет Wall Street Journal. Неужели догадки по поводу подрыва российско-германских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» 26 сентября 2022 года подошли к концу? В среду, на следующий день после того, как прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, высокопоставленные чиновники немецкой разведки возродили версию о российской операции под чужим флагом. Неужели украинские дайверы действительно путешествовали за российские рубли? Может быть, многодневная прогулка на парусной яхте «Андромеда» по Балтийскому морю в сентябре 2022 года была всего лишь отвлекающей тактикой? В среду вечером по центральноевропейскому времени американский Wall Street Journal опубликовал описание событий, которые последовательно обходятся без сослагательного наклонения, то есть формы возможности. Совершенно очевидно, что американские журналисты убеждены в содержании своих исследований. Согласно докладу, Федеральная разведслужба БНД, немецкая, получила как минимум два явных указания на авторство Украины всего через несколько дней после взрывов. В то время уже в центре внимания были голландские и американские службы. По данным Wall Street Journal, проект родился во время пьяного празднования весной 2022 года, когда украинские офицеры и бизнесмены решили взорвать трубопровод на дне Балтийского моря после того, как российское вторжение будет подавлено, с долгожданным побочным эффектом, заключающимся в том, что экспорт российского газа на Запад будет продолжать идти по украинским трубопроводам, несмотря на войну. Ведь сопутствующие транзитные доходы наполняют украинскую казну на несколько сотен миллионов долларов в год. Один из участников указанного торжества, генерал, чье имя не называется, сообщил об этом тогдашнему военачальнику Валерию Залужному и президенту Владимиру Зеленскому. Зеленский, по данным Wall Street Journal, одобрил планы, а Залужный поручил реализацию некоторым из своих лучших и проверенных офицеров. Работа по разрушению шла своим чередом. Все общение происходило устно и в самом узком кругу. Никаких записей к этому не имеется. Однако позже украинский президент изменил свое мнение. Ранее американцы призывали его прекратить это дело. Примерно в то же самое время, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских и немецких официальных лиц, немцы также были инициированы задолго до того, как была проведена эта акция. По данным американской газеты, Валерий Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, несет ответственность за то, что первоначальный план все-таки был реализован. Он просто проигнорировал приказ своего президента. Подробности того, как осуществлен взрыв, по сути, подтверждают известную информацию. Профессионалы дайвинга, переодетые в туристов, намеренно, дополненные коллегой, зафрахтовали парусную яхту «Андромеда» в Ростоке через польское туристическое агентство, основанное много лет назад украинской спецслужбой, для сокрытия финансовых операций. Ну, остальное уже история.
Один из украинских офицеров, участвовавших в операции, сказал: «Мне всегда приходится смеяться, когда я читаю в средствах массовой информации предположения о масштабной операции с участием разведслужб, подводных лодок, беспилотников и спутников». От меня лично: «Какой же ж ты герой, а?» Идем дальше. Все это было создано в ночь выпивки с железной решимостью горстки людей, которые имели мужество рискнуть своей жизнью ради своей страны. По данным Wall Street Journal, операция обошлась примерно в $300 000 и финансировалась из частных источников. Прерываем. $300 000 из частных источников. Украина – самая коррумпированная страна Европы. Ну, неудивительно, что оттуда бегут простые украинские беженцы, прячущие по карманам сотни тысяч долларов своих собственных, честно нажитых на работу заработанных денег, а здесь садятся на бедные пособия на социал и плачут, что немцы их не уважают. Идем дальше. Новым является ставшее уже известным молчаливое одобрение сноса со стороны немецких политиков. Мало того, что немецкие официальные лица, по данным Wall Street Journal, были проинформированы на ранней стадии о планируемом разрушении трубопровода. Даже после теракта политики держались в тени до сегодняшнего дня. Газета пишет дословно: «Некоторые немецкие политики, возможно, были готовы не обращать внимания на доказательства, указывающие на Украину, опасаясь подорвать внутреннюю поддержку военных действий». Опять останавливаемся. Вспомним речь канцлера Шольца в Бундестаге в 22 году, в начале октября, когда он говорил, что это сделала Россия, потому что Путин не хочет, чтобы мы получали природный газ из России. Россия строила трубопровод, чтобы потом его взорвать. Абсурд полнейший. Олаф, иногда ты мне напоминаешь снеговика из вот этой «Снежной королевы», блин. Один в один, только внешний вид другой. Идем дальше. Высокопоставленный немецкий чиновник, знакомый с ходом расследования, сказал в интервью Wall Street Journal: «Атака такого масштаба является достаточной причиной для того, чтобы привести в действие пункт о коллективной обороне НАТО». Что это такое? Даже он не может избежать очевидного противоречия. «Наша критическая инфраструктура была взорвана страной, которую мы поддерживаем масштабными поставками оружия и миллиардами наличных денег». Останавливаемся. Поговорка, помните, да? «Не плюй в колодец, из которого придется водиться напиться». Вот что и делает украинская сторона. Просит, не требует: дайте нам денег, дайте нам вооружение, дайте нам помощь, дайте нам все. И тут же тыкает нож в спину, в первую очередь, Германии, взорвав Nord Stream 2, устраивая разные диверсии, устраивая разные идиотские высказывания своих политиков против немецких политиков, против канцлера, против федерального президента, обзывая их то обиженной ливерной колбасой, то толстым жирным тюфяком, то просто называя немецких политиков сволочами и козлами. Это, кстати, говорил украинский политик Мельник, Андрей Мельник, кажется так, да? Где он сейчас там? В Южной Америке? Ну, загорай дальше. Идем далее. Зеленский вступил в конфронтацию с Залужным после взрыва. Сообщается, что три человека, знакомые с разговором, подтвердили это. Командующий после отмахнулся от критики президента. Говорят, что это было похоже на торпеду. Как только вы выстрелите из нее во врага, вы не сможете оттащить ее назад. Она просто продолжит плыть, пока не раздастся большой бум. Не исключено, что такие разоблачения не останутся без последствий и в Украине. В четверг украинские блогеры сообщили, что Залужный был вызван из Лондона в Киев в срочном порядке. Нынешний посол ранее назвал претензии Wall Street Journal провокацией. Согласно отчету, решающую подсказку в украинском авторстве, немцы получили из Голландии в начале октября 2022 года через отдел ЦРУ. Очевидно, что Нидерланды создали обширный разведпотенциал в Украине после сбитого Боинга рейса МХ-17 летом 2014 года. По данным Wall Street Journal, не позднее октября 2022 года немецкие службы располагали сведениями о деталях атаки, в том числе о типе использованной лодки, возможном маршруте яхты и участии Залужного и украинских военных в этой провокации.
Затем сотрудники Федеральной разведслужбы сообщили об этом немецким следственным органам, которые в свою очередь вели расследование почти 2 года, пока не был выдан ордер на арест, сохраняя при этом свою независимость от политики. Это вот такая вот статья в укороченном виде американской газеты Wall Street Journal. А теперь смотрите, еще раз возвращаясь к украинским политикам, украинским функционерам. С одной стороны, они просят западных политиков: помогите нам победить агрессора, дайте нам денег, дайте нам оружие. Когда дают оружие, они тут же воруют это оружие и продают его на сторону. Помните, я уже неоднократно затрагивал в своих видеовыпусках тему вот этих 100 тысяч фугасных гранат, отправленных в конце прошлого года Украине, немецкой стороной, ну, натовскими странами, хорошо, скажем так. Пересекая границу на фурах, вот эти вот гранаты куда-то пропали. Тут же мгновенно, меньше чем за сутки. Они просто пропали. И до сих пор ни Зеленский, ни тот Залужный, ни Умеров, никто не могут объяснить и дать вразумительный ответ на вопрос западных военных, натовских функционеров. А куда же делось так много, 100 тысяч фугасных гранат, за которые было заплачено 37,5 миллионов евро? Это один момент. Второй момент. Когда украинская сторона получает финансовую помощь с Запада на поддержку военных, на те же самые продовольственные товары, на одежду и так далее, большая часть этих денег воруется фирмами, которые обязаны снабжать украинских военных. О чем можно еще говорить? Вы меня извините, мои дилетантские высказывания, но о какой победе Украины в этой войне можно говорить, если там даже самая последняя вша пытается грабануть как можно больше? Да плевать, что не донесу, главное, что грабану. Кстати, помните украинская поговорка? Что на зиму, то понадкусаю. Когда хохол напал на мешок с яблоками, увидел и от голода начал их жрать. А потом, когда он понял, что он все яблоки не съест, он начал их надкусывать. Сосед спросил: пане, что ты робишь? Что не з'їм, то понадкусую. Чтоб только другому не досталось. Вот, делайте выводы, делайте выводы. Как там кто-то сказал, фейкомет? Да наплевать. Честно сказать, наплевать. Если бы действительно мне платил ФСБ и Кремль, я бы нахрен не сидел здесь у вас перед компьютером или перед камерой и не говорил бы с вами вот так вот, как бы, скажем, с глазу на глаз, один на один. Я бы сидел на одном из центральных телеканалов, и вы бы слушали весь тот елей, который бы я вам вливал в уши, читая статьи, не высказывая свое собственное мнение, а именно читая статьи, уже подготовленные кем-то. Ну, а теперь можете комментировать, можете высказывать свои мнения, можете пополнять нашу баню. На данный момент у нас уже больше 150 человек в этой общественной бане. Если у кого есть желание пополнить женский или мужской зал, пожалуйста, проявляйте свой уровень интеллекта, и мы вас туда отправим. В сад? Да, в сад. Вы там будете... Нет, мы не будем там петь, но вы там будете слушать. Без возможности комментировать. Делайте выводы, господа. Всем удачи. Пока.